Вы вину свою признаете? Нет, абсолютно. Это не является экстремизмом. Я стал просто сообщаться с людьми, с обычными, простыми людьми. В марте месяце я выехал сюда за город, в поселок. Я увидел, как они живут. Это ужас. Они не жалуются. Я могу сказать, что Конституция у нас не работает. Демократия, о которой нас у нас заявляют во всем мире, ее просто нету. Ее нет, мы не демократическая страна. Они, получается, любого человека могут взять отсюда, арестовать и обвинить в чем угодно. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.